Добрый вечер! Вы смотрите телевидение Электрогорска, в студии Ольга Костина с итоговым выпуском новостей за прошедшую неделю. 25 октября состоялось открытие детского плавательного бассейна в саду номер 39. Теперь в городе появилось еще одно место для занятий спортом с маленькими детьми. Подробности в материале коллег. Рабочий день главы города 25 октября начался с подготовки к торжественному открытию бассейна в детском саду номер 39. Сегодня утром я приехал не на работу, а в первую очередь сюда, на этот объект, то есть не в администрацию, да, вот здесь проверить, проконтролировать, как ведутся работы по окончанию всех недоделок. Конечно, мы здесь были в субботу были определенные, так скажем, вопросы, которые нужно было устранить там за выходные оперативно. Устранили оперативно, все сделали. Вот. Единственное, не подошла нам лестница в бассейн, вот, хромированная из нержавейки, которая... Вот, лестницу заказали, через две недели будет другая, то есть, ну, этой пользоваться можно, но будет другая, более удобная для детей через две недели. Остальные все замечания устранили, условия здесь, ну, как видите, да, такая картинка красивая получилась. Я, на самом деле, доволен результатом работы строителей. Вот и наступил тот долгожданный и радостный момент, которого ждали все. Педагоги, воспитатели, заведующие садика, родители, строители и, конечно, дети. Наконец-то воплотились все желания, и теперь уже отбросим все сомнения, чтоб посеять долгожданное бумание, светлый свет начнется и без провинения. А мы и знали, и дружили, на садике родном, но купаться не ходили, а теперь бассейн пойдем, чтоб еще счастливее стало, среди маленьких детей всем нам сделали. Целых 5 лет бассейн не эксплуатировался. За эти годы здесь все обветшало, коммуникации пришли в негодность. И вот год назад по инициативе родителей и при поддержке городской администрации капитальный ремонт бассейна вошел в активную фазу. Стартером всех этих событий стала встреча с жителями в Электрогорской детской школе искусств. В прошлом году, где-то примерно в ноябре, вот у нас как раз находится Елена Алексеевна, да, Черепова, которая задала мне этот вопрос, а что у нас с бассейном 39-го детского сада? И на тот период, когда мы проезжали, знакомились со всеми образовательными учреждениями, мы в том числе зашли в пристройку бассейна, и там вот эта чаша, да, представляете, она полностью была забита всякими различными там строительными материалами, там были... банки с краской, там лампочки старые. От старого бассейна тут, пожалуй, остались лишь стены. Все остальное полностью заменили. Как, наверное, все в нашей жизни, в том числе и технологии, связанные с бассейнами, со строительством, они идут вперед, развиваются. Хочу сказать, что этот бассейн, который мы сегодня открываем, ну, наверное, я не скажу, что вершина чего-то, но значительно лучше всех тех предыдущих, которые мы вам построили. В бассейне будут проходить занятия по плаванию, общей физической подготовке, игровым видам спорта. Глубина чаши рассчитана на детей разных возрастов. Самые маленькие будут учиться плавать на глубине 30 сантиметров, а для ребят постарше подготовлена глубина в 90 сантиметров. Посещать будут бассейн дети с 3 лет. У маленьких детишек будет занятие 1 в неделю, а у больших, старших детей, в 5, 6, 7 лет, они будут 2 раза в неделю плавать. А также мы планируем организовать платные образовательные услуги для неорганизованных детей и тех детей, которые посещают дошкольные другие образовательные учреждения. Вместе с тренером ребята научатся не только держаться на воде, но и уверенно плавать. Это по опыту работы прошлых лет. Бассейн у нас работал с 1994 по 2012 год, и дети, кто посещал постоянно бассейн, они уже в конце свободно плавали. Здесь все продумано до мелочей. Стоят самые современные очистные системы и фильтры, лежат теплые полы, и стены украшают красивые панно. И все это для будущего нашего города, для наших с вами детей. Я представляю родителей всего детского сада, я являюсь председателем совета родителей. И мы очень рады этому открытию, этому замечательному объекту. То есть это дает возможность детям развиваться.
дает возможность развития в спорте. Они становятся крепче, сильнее. То есть это в будущем наше здоровое поколение, активное, спортивное. То есть мы очень благодарны нашему Денису Олеговичу и администрации города за такую возможность, за такое открытие бассейна. И вот наступил самый торжественный момент. Красивый, современный, сделанный с любовью, бассейн открыл свои двери для маленьких посетителей. Она натянута была. Много приятных и благодарственных слов звучало в этот день. Но самое душевное и искреннее спасибо за такой подарок сказали родители. Очень приятно удивлена, что мэр города так отнесся, к своему, сдержал свое слово построить такой бассейн. Я даже не могла об этом мечтать, что мои дети будут в таком бассейне плавать, учиться плаванию. Конечно, еще хотела сказать вам большое спасибо за тот вклад, что вы делаете для детского сада, как заведующая. И сад один, я думаю, из лучших в городе, потому что очень много конкурсов вы занимаете, первые места. И всем, конечно, всей администрации поблагодарить за то, что такое сделали для наших детей, красоту, пользу большую, чтобы наши дети были здоровыми. Спасибо еще большое всем. А строители сделали еще один приятный подарок детскому саду. На праздник положено подарки дарить для того, чтобы труды наши были ухожены и легче за ними было впоследствии ухаживать. Дарим пылесос. Спасибо. Бассейн уже ждет своих маленьких гостей, а впереди всех жителей города ожидают еще немало приятных и важных открытий. Мы находимся на правильном пути, то, что необходимо с таким же, наверное, да, там успехом, наверное, старанием, да, потому что, ну, здесь тоже есть определенные были проблемы, и, конечно, мы немножко задержали строительство этого объекта, да, но у нас впереди вот сейчас находится в активной фазе реконструкции стадиона, открытия городского, да. У нас капитальный ремонт детской поликлиники, у нас сейчас впереди полно, над чем еще работать, куда двигаться, какие объекты заканчивать, открывать. Вот. И я думаю, что просто понимаете, каждому нужен, вот везде нужен именно ручной подход и личное внимание. Это я уже понял, просто вот то, что если хочешь достичь хороших результатов, да, если хочешь действительно получить качество и чтобы люди это оценили. 20 октября в городском лицее прошел традиционный День науки. Были организованы конференции, открытые уроки, литературные чтения, викторины. Наша съемочная группа побывала на мероприятии и с удовольствием делится впечатлениями. В школьном коридоре развешаны фото известных ученых, философов и писателей, стенды с интересными научными фактами, а в кабинетах царит особенная атмосфера. Лицей отмечает День науки. Сегодняшнее мероприятие у нас традиционное. Каждый год рядом с 19 октября мы проводим День лицеиста. Традицию проводить праздник День лицеиста 19 октября еще заложил первый пушкинский выпуск Царско-сельского лицея. И вот традиционно большинство лицеев России именно рядом с 19 октября проводят свой праздник. Мы выбрали пятницу, это последний день обучения начальной школы. Для них тоже сегодня день особенный. В актовом зале проходит открытый урок по астрономии. Здесь ребятам рассказывают о запуске искусственного спутника Земли, о советских собаках Белке и Стрелке, которые первыми побывали в космосе. А в этом кабинете мы перемещаемся в эпоху Ломоносова и узнаем об основании первого университета. Вы только подумайте, какие тогда просторы откроются для российского просвещения. Мы будем воспитывать своих ученых, довольны им ездить за границу. Чем Москва наша хуже? Михаил Васильевич, поздравляю, подписала. Спасибо вам. Спасибо от всей России. А здесь с интересом наблюдают за роботами. Интеллектуальные игрушки учащиеся придумали самостоятельно и воплотили свои идеи с помощью конструктора. Робота оснастили датчиком движения, который реагирует на препятствия и передает сигнал на компьютер. Чтобы сконструировать этот многофункциональный робот, мальчикам пришлось серьезно потрудиться. Желающих попробовать управлять роботом большое количество. Я плохой.
Всемирная сеть открывает много возможностей. Это общение, море информации, поиск чего-то нового. Но у интернета есть опасная сторона. Правилам безопасности в сети посвящен этот урок. Рассказы об исторических событиях, инсталляции, интересные эксперименты, необычные тесты по английскому, викторину на тему правильного питания и многое другое. Каждый согласится, что на один день лицей превратился в научный центр. Ну а главная цель преподавателей, наряду со стандартными задачами обучения, они стремятся к максимальному вовлечению детей в образование и развивают у них интерес к познанию. На стоянке по адресу улицы Буденного, дом 3, прошел осмотр уборочной техники. Готовность дорожных предприятий организации Электрогорска к работе в зимний период проверил глава города, сотрудники администрации, представители госжилинспекции, госсадомтехнадзора и коммунальных служб. В этом году было представлено около 20 единиц техники. В их числе тротуароуборочные трактора, снегопогрузчики, прицеп для распределения противогололедных материалов, автогрейдер и оборудование для ручной уборки. Официально зимний сезон в Электрогорске начался с 16 октября. Техника находится в рабочем состоянии и может выполнять свои задачи в полном объеме. Денис Семенов пожелал всем работникам дорожных предприятий и организаций успехов в важном для города труде. Впереди предстоит у нас с вами ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, где также будем плодотворно трудиться, также будем с вами плодотворно убираться, наводить порядок, чистоту, и чтобы это все было максимально, так скажем, сплоченно, да, и максимально комфортно для наших жителей, чтобы вот в большинстве, да, вашу работу, так скажем, не видят, потому что МБУ дорожного хозяйства, люди, да, водители выходят в 4 утра, в 3 утра убирают дороги, дворники выходят, и люди, которые занимаются уборкой дворов, в 6 утра, в 5 утра убирают подъезды, убирают проходы, чистят дорожки. И человек встает утром на работу, идет с утра, и он не знает, да, каких трудов это было на самом деле, чтобы проехать, убрать целые улицы, кварталы, вывести снег. И я думаю, что наша с вами вот такая вот деятельность, в первую очередь ваша ответственность, да, за вашу деятельность, она, конечно, жители высоко ценят. И хочу вам всем пожелать в новой, так скажем, в новый период, зимний, да, период, как раз в Новый год, чтобы у вас было такое же желание, да, такого же терпения, хорошего вам настроения и по максимуму, вот, чтобы также сплоченно одной большой единой общей командой делать большую работу по уборке и по наведению чистоты в городе Электрогорске. Всех вас поздравляю, всем вам желаю, самое главное, здоровье, потому что вы работаете на улице, вы работаете в технике, да, и желаю вам, чтобы у вас у каждого, лично у каждого вам счастья, и чтобы все у вас получилось. Люди могут быть уверены, что этой зимой улицы и дворы будут чистыми. «24 октября исполнился ровно год с того момента, как Денис Семенов вступил в должность главы города. Этот день совпадает с датой его рождения. Он отметил юбилей. Приход нового руководителя – это в первую очередь встряска, нарушение привычного порядка вещей, изменения, кадровые перестановки. Такое событие является непростым испытанием как для самого руководителя, так и для жителей города». Считается, что первые итоги работы можно увидеть уже через год после вступления человека в должность. И вот, ровно через год после того, как Денис Олегович приступил к своим обязанностям, мы решили спросить у жителей Электрогорска, как они оценивают работу главы. Ничего плохого сказать не могу. Ну, наверное, да, все-таки есть какие-то продвижения. Ну, больше стало порядка. Во-первых, то есть более чисто стало. Прекрасные площадки. Асфальт делается. Видно, что городом занимаются, да. Ну, как, в принципе, чисто стало.
площадок много новых. Да, вот на улице чище стало. Ну, конечно, благоустройство города-то заметно. У нас тут была проблема, вот эти вот рытвины, грязь, вода. И, наконец-то, это заделали. Теперь даже здесь настоящая стоянка. Это очень приятно. Вот детские площадки сделали, где посидеть можно, погулять. Облагородили как-то вот здесь вот у нас центр немножко все-таки и сделали асфальт. Вот дырок вот этих нет. Еще бы вот здесь вот заделали тоже, засыпали. Это вообще было прекрасно. Во-первых, в больнице делается, стоянка была сделана. Занимаются стадионом. Ну и здесь благоустройство все-таки это стало гораздо чище. Мусор регулярно вывозится, дороги убираются. Очень мне нравится, вот около МФЦ там так хорошо сделали, вечно лужи были. Поздравляю его от всей души. Желаю ему здоровья и удачи. Ну, естественно, здоровья и успехов. Побольше здоровья, как бы удачи, чтобы город дальше продвигался. Здоровья, удачи, еще раз удачи. В первую очередь здоровья, семейного благополучия. В общем, всех удач в начинаниях, чтобы, как говорится, его на карьерный рост был это. Высокие-высокие. В общем, все самое наилучшее. Ну, во-первых, здоровье самое главное, благополучие. Ну, чтобы он свой город, как говорится, любил, облагораживал. Ну и нас, конечно, жителей местных не забывал. Но всего хорошего ему. Поздравляю. Студия современного танца «Лига Дома молодежи» под руководством Христины Новинкиной приняла участие в областном танцевальном конкурсе молодежных направлений «Фристайл» в Луховицах. Какое место юные танцоры заняли в этом году, смотрите в следующем сюжете. Лауреатами первой степени и обладателями гран-при танцевального конкурса стали участники электрогорского хореографического коллектива «Лига». Мы ездили в город Луховицы, привезли первое место. Готовились очень долго, очень упорно. Ездила студия танца «Лига», город Электрогорск. Танцоры снова подтвердили свои достижения и сохранили статус победителя конкурса. На этот конкурс поехала «Лига» и взяла, как правило, опять первое место. В прошлом году мы также первое место заняли. Гран-при у нас заняли другие ребятки, не наши, город Луховиц в прошлом году. А в этом году мы и гран-при выдернули. В конкурсе приняло участие 16 молодежных танцевальных коллективов из Электрогорска, Воскресенска, Коломны, Луховиц и других городов. Фестиваль назывался «Фристайл». Это свободный стиль. Как говорят, там все стили, которые есть, входят сегодня в современную хореографию. Все, то есть, принимали участие. Не было разделения по номинациям, не было разделения по возрастным категориям. Но заявки также учитывались. То есть от там, до этого. То есть возрастная категория была все равно ограничена, но до 35 лет любой мог принять участие с 14. Были сольники также. Кто-то выступал соло, кто-то, вот, в общем, собственно, команды. Профессионализм хореографов и упорный труд танцоров своей энергетикой и эмоциями покорили компетентные жюри. Скорее всего, это работа, это труд. В первую очередь, да, у нас есть команда, но хореограф у нас не только я, да, и ребята, которые у нас работают, другие мои же воспитанники, которые отрабатывают, которые живут этим, которые изо дня в день что-то приносят новое, то есть ездят на мастер-классы, и в коллективах у нас постоянно рост идет. У нас есть большая команда, это, собственно, нас поддерживает Алена Черналова, это директор Дома молодежи, который постоянно с нами, которая всегда, то есть, руководит процессом всех этих конкурсов, она выбирает и нас движет в плане моральной поддержки. А так, конечно, успех – это труд. Это труд, это постоянно. Если прийти на тренировку и заснять просто чисто тренировку, это на самом деле выходят ребята все мокрые, все потные. Это действительно физика. Танец – это язык выразительности тела, передающий энергию мысли на расстоянии, в котором не нужны слова и выражения.
Участникам творческого коллектива «Лига» на конкурсе удалось лучше всех донести до жюри и зрителей свои эмоции и переживания. Мы еще начали оригинально. Мы сидели в зрительном зале, нас сидело 5 человек, остальные стояли за кулисами. И перед жюри мы просто поднялись на подлокотники и начали танцевать. То есть, соответственно, они даже не поняли, в чем дело. Они говорят, вон они внизу, то есть показывают руками. И мы уже пошли, собственно, на сцену через зрительный зал и вытащили на сцену всех остальных танцоров, как муравьев. В этот день в честь коллектива и родного Электрогорска защищали хрупкие воспитанницы студии современного танца «Лига». 21 человек на сцене – это очень хорошо, очень сложно для одного человека поставить, для дуэта очень сложно, потому что рисунков мало. Мы на чем хореографы основываемся? На рисунках. Вот даже на многие конкурсы едешь, очень мало рисунков коллектива, и они занимают, как правило, там, меньше места. У нас порядка за там, 3 минуты может пройти около 15 рисунков, то есть меняются танцоры местами, и при этом еще как бы добавляется хореография. Это очень важно. Это очень главное. И главное сохранять свой стиль. И когда ты знаешь, что ты в своем стиле работаешь и держишь рисунки, тогда уже с этими 21 человеком очень легко справляться. Жюри оценивало выступающих достаточно строго. Но нашим девчонкам на все 100% удалось покорить их сердца. Я не знаю почему, но мы очень нравимся жюри. Наша работа. Ну, наверное, скорее всего, то, что мы работаем на хип-хопе больше, на ногах. Это, наверное, наше плюс. Ноги, руки. Мы не пытаемся ни на кого похожими быть. Мы хотим в своем стиле работать. Это надо. Я могу даже сказать, что жюри, когда выходил на сцену, собственно, Христа, да, и они сказали, ребят, мы вам желаем, чтобы вы каждый, то есть еще не было обозначен результат, они сказали, каждый сохранит свой стиль, не надо быть похожим на кого-то, потому что сейчас, в сегодняшний день, попытаются другие коллективы похожим быть на те коллективы, которые уже, собственно, создались и большие, это известные коллективы, там, Англии, Америки, все на свете. Нет, мы пытаемся в своем стиле работать, да, мы, конечно, учимся визуально, но при этом, при всем, мы силы, мы команда, мы работаем. Любимые актеры Екатерина Волкова, Сергей Дорогов, Андрей Кайков, Людмила Тихомирова, Дмитрий Прокофьев, Татьяна Абрамова и другие артисты в искрометной комедии «Идеальная жена». ноября не пропустите на сцене Дома культуры Электрогорск. Начало спектакля в 17:00. Заказ билетов по телефону 49643-32006. Категория 16+. Утро 23 октября для ученицы 9 класса Елизаветы Алоновой началось с приятных сюрпризов. За участие в фотоконкурсе ее наградили особым подарком. Каким, узнаем в следующем сюжете. Комитет лесного хозяйства Московской области провел фотоконкурс среди школьников, участников акции «Наш лес, посади свое дерево». Для участия в нем нужно было прийти на акцию, сделать фотографию и выложить ее в соцсети с хэштегом «Посади дерево». Победили фотографии, набравшие наибольшее количество лайков. Помимо трех призовых мест, некоторые участники были отмечены специальным призом. Одним из них наградили жительницу нашего города, ученицу 9 А-класса школы 14 Елизавету Алонову. Награждение прошло на утренней линейке в фойе школы. Специальный приз вручали представители Электрогорского лесничества. От имени комитета, организатора комитета лесного хозяйства приглашаю Елизавету сюда, к нам. Дипломом специальный приз награждается участница фотоконкурса в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево» Елизавета Алонова. И ценным подарком
Ученица посмотрела на мероприятие с особенной точки зрения. На своей фотографии она запечатлела маленького ребенка рядом с саженцем сосны. Фото так и назвала – «Одногодки». Это очень наблюдательный человек, обладательница тонкой души, потому что действительно вырастить дерево так же тяжело и так же много сил и души нужно отдать для того, чтобы с маленького, маленький саженец стал большим деревом. Спасибо, Лиза, большое. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится Комитетом лесного хозяйства ежегодно, поэтому в 2018 году приглашаем всех на посадку деревьев и для участия в фотоконкурсе. Я об этом конкурсе узнала от нашего педагога-организатора Елены Васильевны. Она мне предложила в нем участвовать. Я, соответственно, пошла участвовать, чтобы сохранить свою природу, потому что это наше будущее и наше продолжение. У меня было слишком много фотографий, я выбирала самую лучшую и нашла с ребенком, больше понравилась она мне. И, соответственно, я начала придумывать текст. На тексте тоже долго работала, и я придумала, решила сравнить маленькую елочку с маленьким ребенком. Назвала это «Одногодки». Электрогорск посетил знаменитый камышинский путешественник, который однажды решил побывать во всех городах России, а их 1112. Так появился проект, названный строчкой из песни группы «Пикник» «От Кореи до Карелии», где побывал путешественник, с кем встретился и чем запомнился ему наш город, смотрите в репортаже моих коллег. Благодаря своему проекту Иван Ширяев побывал уже в 498 российских городах. И о каждом из них путешественник составил свои географические заметки. В этом году я посещал в основном сибирские регионы. И к осени у меня путешествие остановилось на цифре 498 городов. Хочется в этом году добить их количество до 500. Идея побывать во всех российских городах у Ивана родилась спонтанно, во время поездки на Дальний Восток. И вот наш город на его пути оказался 499-м. Меня друзья пригласили именно в Московскую область, я решил посетить еще два города – Электрогорск и Черноголовку. Но Черноголовка станет 500-м городом, потому что они победили в голосовании в моем блоге. Вот. А Электрогорску выпала честь быть 499-м. В Электрогорске путешественнику оказали теплый прием. Он походил по городу и его окрестностям, побывал в краеведческом музее 14-й школы, где ему рассказали о истории нашего города. Сегодня для меня глава города провел небольшую обзорную экскурсию. После обеда будет возможность пофотографировать еще эти места. Но самое необычное, что я увидел в Электрогорске, чего нет в других городах, это улица Святого Константина. Вот. Ну и очень гостеприимные люди мне встретились, приятно с ними познакомиться, пообщаться, подружиться. Со временем появится на моей страничке фотоотчет о посещении города. Там будут какие-то заметки, наблюдения, впечатления, то, что понравилось или, может быть, запомнилось. Во время своего путешествия по Электрогорску Иван встретился с учащимися школы номер 14. Меня зовут Иван Ширяев. Я путешественник из Волгоградской области и рад, что сегодня приехал в ваш славный город и в вашу замечательную школу. Мне особенно приятно видеть среди вас кадетов МЧС, тем более, что сам я в МЧСовской куртке, в МЧСовском параде. Путешественник поделился с ребятами о самых ярких и запоминающихся впечатлениях. Рассказал о том, где он побывал и о том, куда собирается отправиться. А бывал кто-нибудь из вас на Камчатке? Нет. Но, может быть, в будущем вы до туда доберетесь. А сейчас мы сможем посмотреть, что же там такого интересного, чего, например, нет в Электрогорске. Давайте откроем фотографии с Камчатки и посмотрим своими глазами, мысленно попутешествуем вместе со мной по этому замечательному полуострову. Там есть очень известный большой заповедник, Кранонский заповедник, в котором очень много медведей. В Электрогорске вы часто встречаете медведей? Нет. Они выходят на окраину города из леса? Нет.
А на Камчатке они выходят даже в города и поселки, когда у них мало еды в лесу, когда мало рыбы в речках, они выходят в поселки и начинают копаться в мусорных контейнерах. Ребятам было интересно послушать и общаться с известным путешественником. Всего вам доброго, успехов! А тем, кто учится среди кадетских классов МЧС, желаю стать хорошим пожарным. В своем интернет-блоге Иван Ширяев к особенно труднодоступным городам отнес города Московской области, поскольку недолюбливал московский регион. Да, вы испытывали некое опасение при общении с москвичами и с жителями Подмосковья. Вот сутки находитесь вы, можно сказать, в Электрогорске. Как изменилось ваше впечатление? Страхи исчезли? Ну вот, пока не зарезали. Да. Но на самом деле многие люди живут предубеждениями, я это не раз замечал. Например, когда поехал на Северный Кавказ, меня все предупреждали, что там опасно, там одни террористы, ничего подобного я там не встретил. Ездил на Западную Украину, все говорили, что там одни бандеровцы, заговоришь по-русски, будут бить кулаками, тоже ничего подобного. Возможно, о Москве, не столько даже о Московской области, сколько о Москве. У меня тоже распространенное заблуждение в голове. Надеюсь, что со временем оно исчезнет. После Электрогорска Иван отправится в свой юбилейный по счету российский город Черноголовку. Еженедельный обход по объектам, где сейчас ведется капитальный ремонт, совершил глава города Денис Семенов вместе со своими заместителями, представителями подрядных организаций, руководителями этих объектов. Подробности смотрите далее. Главу сопровождали заместитель по социальным вопросам и заведующий отделом социальной защиты. В первую очередь осмотрели учреждения комплексного центра, ознакомились с рабочими условиями. Сейчас здесь идут ремонтные работы по совершенствованию кабинетов. Прокладывают электричество, водосточную систему, ремонтируют кровлю. Директор центра Лариса Ханова кратко рассказала о работе каждого помещения. В массажный кабинет приобрели новый стол. Вот он новый, теперь волшебный. Здравствуйте. Детям с электронной, да, регулировкой? Да, с электропривода, он поднимается, Лена Геннадьевна, покажите, пожалуйста. А вы массажист? Да. А специально не ставили, да, ставить, чтобы людям да, было чтобы удобно? Да, чтобы здесь можно было подойти. Подлокотник, да? Да, он передвигается, он опускается, он поднимается. Ну все, у вас тут, наверное, теперь очередь будет. Ну, надеюсь. Отделение реабилитации предлагает занятия по лечебной физкультуре на пневмотренажерах. Для психологической разгрузки в центре предусмотрен кабинет песочной терапии, световой психологической коррекции. Бутыльковая колонна, панель «Бесконечность», вращающиеся огни, таинственный свет, зеленую травку мы установили, настенное покрытие, световой стол, вот он, да, очень красивый, да, очень дивный. С песком, да. Там подсветки. Да. Глава также осмотрел пищеблок, тренажерный зал, библиотеку, актовый зал, медицинскую комнату. В Электрогорском отделении пансионата Ногинский Денис Семенов проверил готовность здания к зиме. Посмотрел, как проведен ремонт подъемника. Нас всегда топят очень хорошо. Горячая вода, спасибо большое. Все нормально. Все нормально, да. Слава Богу, да. Да, ну, всем остальным обеспечено, все, слава Богу, как хорошо. Как комната пользуется популярностью? Пользуется, да, но мы сейчас ее на второй этаж перенесем. Все-таки больше второй этаж пользуется этой комнатой. А здесь сделаем еще колясочнику, чтобы было им удобно выезжать на улицу. Вместе с директором отделения были намечены планы по ремонту пола в коридоре первого этажа. Шершавый, да, конечно. Нет, да. Никакой скользкой плитки, все шершавый будет. Угу. Ну и ковров вот здесь тоже должно быть. И по пожарной безопасности, если мы сейчас сделаем новый коридор. Еще когда будете считать, сложите запасом на бордюры. В целом ситуация положительная. Самое главное, чтобы проживание было комфортным и уютным, а проживающие в них люди не чувствовали себя одинокими и жили полноценной жизнью. Ремонт подъездов многоквартирных домов продолжается. Какие проверили и какую оценку поставили представители госжилинспекции, узнаем далее.
Очередная проверка качества ремонта прошла в 9 подъездах по адресам Советская 35А, Некрасова 30 и Ухтомского 5. В числе выполненных работ – частичная замена старых окон на пластиковые, ремонт полов, входной группы и входных дверей, штукатурка и покраска стен. В перечень также входит и замена осветительных приборов и почтовых ящиков. По некоторым работам были выявлены замечания. Вот, в этом подъезде также неудовлетворительная произведена уборка после ремонта. Вот, ну а в целом более-менее. Осмотр дома был бы неполноценным без мнения жителей. Смотрите, также вот по лестничному маршу по первой ступеньке есть вопросы. Вот, то, что она разрушена. Ну, конечно. Вот, все эти работы управляющая компания также будет восстанавливать. Вот, и после этого мы также будем к вам выезжать и проверять, сделали они эти работы или не сделаны. То, что есть нарушения на сегодняшний день по ремонту, вы согласны? То, что есть недоделки? Ну, недоделки, конечно, есть. Из 9 заявленных подъездов приняты 4, остальные нуждаются в доработке. Сегодня мы принимали подъезды по улице Советской, по улице Некрасова и по улице Ухтомского. Качество подъездов, конечно, недоволен. Управляющая компания сделала колоссальные работы, но с рядом недоделок. По рядам недоделок управляющей компании выданы указания на устранение. В ближайшее время они устранятся, и мы также будем выезжать смотреть. Адресный перечень подъездов, где уже сделан и будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство». В студии была Ольга Костина. Желаю вам отличных выходных. До встречи на канале ТВЛ.